Букет вместо веника. Директор республиканского стадиона сегодня получил цветы от Совета ветеранов столицы за то, что привел в порядок территорию запасного поля. Два месяца назад ему вручили веник с намеком «пора делать уборку», и руководитель выполнил требования общественной организации. Во-первых, у нас составлен график дежурств, уборки этой территории запасного поля. Во-вторых, мы развесили, как вы видите, таблички вот, о том, что здесь можно делать, что нельзя. У нас составлены и повешены правила пользования запасным полем стадиона. Совет ветеранов готов дарить букеты и другим организациям столицы, однако они не торопятся наводить чистоту.